Итак, всем привет, снова продолжаем отвечать на комментарии, которые у меня скопились на канале за пару лет, пока я отсутствовала. Остановились мы на этом комментарии. Читаем. Значит, вот вы только представьте, какому количеству клинеров, тапперов, бет, да блин, команд, глав и тайтлов поспособствовали ее уроки. Спасибо. Я, конечно, не единственная, кто это сам обучала, ну, вот тайпы и так далее. Я, допустим, сама обучалась по... Господи, как его звали-то, ё-моё, я уже не помню. Короче, я на него подписана. Я его сейчас не найду, наверное. Короче, это самое. Я на каких-то ютуберах была подписана, но там было буквально раз-два, я обчёлся. То есть не так уж и много их было. Crystal Snake, вот, вспомнил. Crystal Snake я была подписана, я вот его смотрела ролики. Они были довольно-таки объемные, так сказать, это самое. Очень досконально все это описывалось. Я подумала, что это самое, что... Я тоже могу такое сделать, но только более как-то простым языком объяснять вот этого, да. А плюс ко всему, там еще на статьях различных, это самое, как в текстовом виде, которое я читала, тоже там это самое изучала. Но я подумала, что гораздо лучше, удобнее человеку будет это самое, ну, как бы, изучать этот clean type и так далее, если будет прям наглядный пример, то, что вот возьмите мышку, двиньте ее сюда, кликните сюда, и получается вот такой-то результат, да. Потому что когда это все в текст написано, обычно сложнее это воспринимается. Конечно, там тоже много чего можно подчеркнуть, но видео, конечно, более попроще было. Так, следующий. Размер ластика нельзя было выбрать? Можно. Я специально посмотрела этот ролик заранее, чтобы вспомнить, там, о чем там была речь. А там была речь, то, что как клинить буквы, это самое сказать, примитивное, что можно, что как бы обычно делают эти клинеры, это просто-напросто стирают буковки. А стирать можно различными способами, там ластиком, бла-бла, ну там пластик, можно ручкой белой, это самое, кисточкой, точнее, белой, это самое, рисовать, а можно выделением сам делать, фигачить там делать. А, конечно, размер ластика можно было побольше сделать. Там в видео моем было такое, что у меня был маленький ластик взят, да, я маленький ластиком то все там стирала, там, большой кусок букв, а потом взяла выделение, быстро большой кусок выделила и удалила, получается, да. То есть, в принципе, я могла взять большой ластик, ну, размер ластика побольше, и просто так вот одним вот движением все это дело тоже стереть. Но это все дело привычки. Просто смотрите, я привыкла удалять все вот эти вот буквы, большие пространства букв, именно вот выделением. Потому что там можно захватить столько, сколько тебе нужно. То есть там не нужно менять размер ластика вообще в данном случае. То есть, я, допустим, большие пространства, я выделяю какую-то область вот таким вот образом, да, где тут у нас сейчас сверну, так вот. Как вот, что ты не сворачиваешься? Алло. Ах, сейчас вот так свернем. То есть я беру вот так вот, выделяю нужную мне обувь, вот этот вот, текст какой-нибудь, да, я вот взяла, удалила его. Этот удалила, вот такой удалила, вот такой удалила. То есть я все время как вот, мне не нужно бегать, ну как, мне не нужно как вот зажимать клавишу, крутить колесико, чтобы это самое, чтобы размер ластика поменять, ну, поменять размер, это, который мне нужен будет. А если я, там, мне нужны какие-то мелкие детали, где вот таким вот эти самые, как выделением не получается, я просто нажимаю одну как бы клавишу Е, а слово eraser, да, ластик, да, это, и у меня сразу маленький ластик попадается, ну, как бы маленький инструмент. И я начинаю работать. То есть для меня это затрата по времени, то есть эти всякие миллисекунды вот эти, да, она гораздо удобнее, чем взять ластик, потом каждый раз вот это менять размер. То есть здесь я делаю маленький ластик, здесь я буду делать большой ластик, и так далее, и так далее. Для меня это было как-то менее удобно, чем вот тот способ, который я только что показала. Поэтому, да, конечно, можно было ластик побольше сделать. Если вам так удобнее, то, пожалуйста, делайте, как вам удобнее. Я показала, как мне удобнее, как это, ну, как это самое, ну, на мой взгляд, это самый эффективный способ, потому что там меньше миллисекунд затрачивается. Но это уже такие заморочки, которые каждому свое, короче. Так, поехали дальше. Класс, очень полезно и информативно. Спасибо за комментарий. Лучше поздно, чем никогда. Хочу помогать любимым тайтлам и их любимым читателям получать желанный результат быстрее. Огромное спасибо автору за видео, пожалуйста. И вам спасибо за то, что переводите мангу. То самое, как успехи. Это ему отвечает, спрашивает. Так, ладно, дальше читаем. Извините, пожалуйста, можно спросить вас за приложение? У вас за приложение. Типа, ему отвечает, Adobe Photoshop, он только на ПК и iPad платный. Следующий отвечает, Photoshop вполне легко становиться без... Фотошопом вполне легко становиться бесплатным. Да, это не приложение, это программка, я уже говорила, что это Photoshop. Его можно вкачать на пиратских сайтиках, торрентах и так далее, да. Он
Есть, конечно, Photoshop и на телефончике, но он не выполняет тех функций, которые нам в клине нужны. Photoshop на телефоны, он обычно больше под фотографии рассчитан. То есть, допустим, мы на телефоны, мы снимаем обычно фотографии, которые вокруг нас находятся, и нам нужно там скорректировать немножко цвет, свет и так далее. То есть, там какие-то, может, какой-то там заплат какой-то самый там человека там убрать, либо там задний фон как-то подкорректировать. Вот такие как бы функции выполняет Photoshop, который телефонный. А вот то, что нам нужно именно там стереть буквы, зарисовать там что-то, это там уже нужно другой функционал искать. Есть программы различные, я уже говорила, что я запишу еще отдельное видео про программки, которые я нашла, которые годятся для клина, ну, именно клина манги, да. Это самое, там у меня будут особые критерии, как бы, которые ну, должны как бы, соответствовать для того, чтобы нам с этим результатом потом как-то еще можно было работать в итоге. Но это попозже как-нибудь запишу. Сначала отвечу на комментарии, потом буду думать, как я запишу это видео. Вот. Давайте попробуем сегодня как можно больше ответить. Это самое время сегодня чуть больше, чем в прошлое воскресенье. Вот, да, так что поехали. Просто я не могу найти это все к тому же, то, что не можно найти приложение. Приложение, ну, так напишите, Photoshop, такая-то, какой, Photoshop 2024 года, допустим, торрент, скачать, и найдете все. Дальше. Каждый звук так рисовать. Это же сколько работы в одной главе, нет? Хотелось бы узнать, какие шрифты используют для манг, для звуков больших и маленьких, типа бах, тух, динь. Ему отвечают. Да, работы много, в этом и вся сложность тайпсета. Это тебе не текст в бабло закидывать через за час-два. Но, конечно, надо рисовать и не все. Можно поставить каждую букву отдельно. Получается имитацию нарисованности. Получаю имитацию нарисованности, да. Под каждый звук подбирается индивидуальный шрифт. Тут ничего посоветовать не могу. Отлично ответили на этот вопрос. Я, в принципе, тут сам еще добавить что-то можно. То, что работы в каждой главе... Ну, в принципе, можете со звуками и не париться. Можете просто оставить там какое-то примечание. Потому что вот этот звук... Ну, как я раньше, допустим, делала так. Я все японские эти звуки оставляла, как они есть. И просто-напросто сверху там как бы ставила звездочку и писала, что там бах. Просто обычно самым шрифтом писала, что там бах. Просто, получается, как это как примечание перводанного звука. Просто бывает иногда, что на странице очень много звуков. Особенно, если какая-то манга, где там много экшена, да, там тут бум, там бах, тут дзынь, там тряска, там еще что-нибудь такое, да. То есть это, ну, получается, что с этих отсылочек, получается, примечания будут повсюду они стоять, и кто куда относится, уже можно запутаться. А когда вот звуки вот так еще рисуют, как бы прорисовывают все, это на самом деле так вот высший пилотаж так называемый. Но, в принципе, для ознакомительного просмотра, которым мы занимаемся, можно, в принципе, и не сильно, так сказать, заморачиваться. Если вы хотите порадовать своих читателей, то, пожалуйста, заморачивайтесь, делайте красивые такие звуки. Но знаете, что это самое, что работы-то там может быть много, особенно в манго где много экшена. Вот. Так что сами решайте, стоит, ну, хотите ли вы тратить на это время или нет. Это ваше личное дело. Никто, ну, это самое. Не то, что никто. Будут люди, которые будут говорить, что, ой, звук не перевели, или там звук это самое, можно было покрасивее там сделать. Но забейте на них, просто продолжайте свою работу, и как делали, так и делайте. Вот. Главное, чтобы у вас желание не отбилось делать дальше, потому что частенько было такое, что у нас это самое, приходит к нам тайпер, узнает, что надо делать звуки, и говорит, что это охренеть как долго, да, то, что это одно дело, да, это в пузырике в эти баблы там текст поставить, да, а другое дело звуки еще втайпить каждую букву отдельно, это такой наклон, это здесь такой наклон, там это вот такой узор, тут всякой узор. Это самое, тайперы очень часто сбегали, потому что такой объем информации, такой объем работы они просто-напросто не хотели делать. Вот. Поэтому, если вы не хотите, чтобы, ну, чтобы тайтл, так сказать, загнулся, можете в некоторых местах это при ну, как бы, ну, не заниматься данными звуками. Можете, допустим, самые простые звуки как-то переводить, а остальные так оставить, как есть, и просто-напросто примечанием, что это звук такой-то, а это звук такой-то. Вот. Дальше что? Это самое. Что тут еще написано было? А, ну посоветовать шрифты, которые там бух, тух, динь, то тут так сказали, что, мол, каждый из это самое, шрифт он индивидуален, нужно смотреть, какого, что больше подходит это. Короче, нужно приглядеться к шрифту, увидеть, какие у него есть особенности этого шрифта. Допустим, это квадратные буквы, закругленные края, большой размах, маленький, какая тут черточка, там, есть ли там закругления какие-то, а может быть, наоборот, она очень ровная, или наоборот, такая кривая немножко. И пытаться найти это очень похожий шрифт в. Ну,
в которое есть, ну, просто вот это в виде кириллицы, и его вставить, так сказать. Можно рукой отрисовывать, если вам совсем уж это самое времени не жалко своего. Ну, короче, какой конкретно шрифт подходит для тех или иных звуков, ну, не могу точно сказать. Вот, и поехали дальше. Обычно, знаете, нет, могу сказать, сейчас расскажу. Есть шрифты такие, есть такие звуки, которые просто-напросто обычной кисточкой, то есть как бы не вырисуют как-то там особо красиво, да, а просто берут кисточкой, у меня это отвертка, конечно, это не кисточка. Короче, берут это самое, ну, просто-напросто, вот он как рисовал эту мангу, да, допустим, вот рисовал вот это вот, вот лицо такое-то, тут шрифт такой-то, и этой же самой кисточкой он решил сделать звуки, то есть четко так, и получил звук вот Т, допустим, да. Есть шрифт, как он называется, Ё-моё, сейчас посмотрю. Мне тут давайте сюда перетащу фотошоп. Эту картиночку я тут давно делала. Так, это я просто это самое. А, кстати, я забыла с ними. Хотела к предыдущему ролику еще про узоры кое-что добавить. Так, как он называется? А у меня тут есть он? Должен быть. Браш, что-то такое с брашем связанное. Ой, где он тут у меня? Бетина. Ай-яй-яй. Так. Как же он назывался, тот шрифт? Господи, я уже так давно не переводила, я уже все забыла. Bettina Script, не то. Samples. А, слушайте, у меня же есть тут. Вот здесь можно выбрать. Нет? Где у меня? Блин, у меня тут нету них. У меня тут их нету. А как так? Блин, ну ладно. Sample. Так, это все не то. Где у нас браш какой-то был? Браш, БР, Блэк, Блэпстро. Нет, я сейчас не могу найти. Болит. Ну, вот болит, допустим, можно вот использовать. А тот, как назывался шрифт. Ладно, не буду сейчас время на это тратить. Я просто сейчас, когда закончу запись видео, я просто вам вставлю картиночку с надписью данного шрифта, который там был. Не буду время сильно за это самое тратить. Про узоры. Из предыдущего какого-то вопроса там было такое, что там про узоры. Я в прошлом ролике так не нашла. Узоры для фотошопа где скачать. То есть узоры имеется в виду вот такие вот вещи. То есть сейчас нажимаю сюда. Давайте, да, перенесем. Нажимаем узоры и вот эти вот всякие скринтоны точки. Можно скачать вот такие вот скринтоны, уже готовые, как бы сказать, большие полотна паттерна. А можно, даже я порекомендую, что даже лучше, вот такие вот точки скачивать. То есть они буквально очень, очень маленькие квадратики, они там, сколько там пикселей, не знаю, там, ну, не знаю. 40, может, пикселей на 40 пикселей, может, так вот, такого размера. И вот они разные такие точки. Вот такие точки. И они, получается, видите, вот я здесь намазюкала, и можно посмотреть, как они различаются. То есть вот так вот. Если вам нужно, допустим, сделать их более мелкими, берете масштаб и масштабируете, как вам нужно. То есть вот это вот все как бы делать скринтоны. Где их скачать? Вот я вот эти, конкретно вот эти, которые моя коллекция, я дам ссылочку в описании видео, ну и плюс еще к этому человеку отвечу в комментарии. Плюс я еще нашла такую статью, вот такую статейку, я ссылку тоже вам оставлю, где-то тут есть кнопочка скачать. Тут можно скачать вот эти вот скринтоны, которые здесь предлагаются. То есть вот такой скринтон, вот такой переход градиент, как получается, градиент, то есть как бы из более темного в более светлые такие оттенки. Вот такую штучку можно тут скачать. Ну, короче, вот это, плюс сама статья тоже довольно-таки, ну, не то, что познавательная, но можно прочитать. Она, конечно, на английском, но сейчас есть Google переводчик, или это просто напросто это самое, если в Google Chrome вставляете этот самый по страницу, то можно перевести всю страницу на русский язык автоматически. Там, конечно, будет не очень грамотный перевод, возможно, но все равно понять смысл статейки можно. Плюс ко всему, тут не так уж много текста, чтобы его чтобы на грамотность обращать внимание. Вот, здесь также есть туториал, как сделать самим такой скринтон, ну, как бы, как картинку сделать вот в таком стиле. Как делать самому узору, я уже записывала видео, поэтому не буду повторяться, пройдите у меня где-то там у меня в видеоках. И вот ссылку дам на эту папку, у меня на Google диске есть такая папка став для фотошопа. Здесь у нас сам фотошоп 18-я версия, это старенькая, это если вам влом искать на торрентах и так далее, тоже можете отсюда качать, но это старенькая версия, я ее обновлять не буду, потому что каждый раз обновлять это, ну, немножко влом мне.
Если нужна более новая версия, ищите, пожалуйста, Аня. Здесь у нас есть таблица с образцами шрифтов. Это, ну, там небольшая таблица, там, конечно, не все шрифты представлены, ну, как бы основные шрифты. То есть там как бы картинка, ну, давайте, может, ключевую попробую, откроется. Вот, получается, здесь как бы для чего она подходит, ну, в нашем случае, когда мы переводили, да, вот это самое, в главы Нозаки Куна, там у нас, допустим, были какие-то определенные шрифты, которые мы, допустим, для вот этот шрифт мы использовали для названия адпись, надписи автора. Следующий вот такой шрифт мы использовали для названия главы, ну, там, для номера главы и так далее. И, в общем, это самое, несколько примеров, и вот название шрифта здесь все присутствует. Вот, вот это, ну, это больше для, это я делаю больше для наших, моих камератов по, это, по команде, и вот для них это больше, то есть чисто по манге Нозаки в основном. Конечно, там можно и другим людям пользоваться, это самое, не обязательно придерживаться прям точных этих правил, которые я там написала, да. Вот, это уже сами там выбирайте, которые шрифты больше подходят к той или иной ситуации. А также тут есть вот этот вот пак с узорами для вот этой самой как бы точечки там найдете. И еще тут есть книжка Тимоти Самара, там про буковки. Это на русском языке эта книжка, можете почитать. Она даже не то, что читать. Тут поначалу ходит какая-то небольшая история, как бы экскурс в историю шрифта, анатомия немножко шрифта показывают, да. То есть, если почитать, допустим, то вы сможете лучше обращать внимание на различные нюансы, какие есть в шрифтах. Допустим, чем вот эта эска отличается от вот этой эски, да? А почему вот эта эска такая, да? То есть, кажется, что они вроде как одинаковые, но все равно, если приглядеться более детально в них, то оба-на, а здесь оказывается вот такая штучка, а здесь вот такая штучка, а здесь наклон такой, а здесь наклон вот такой, здесь прямой наклон, да? Это все как бы глаз тренирует, и больше, гораздо удобнее будет потом шрифты определять. Так, про цвета тут тоже есть. И дальше пошли примеры шрифтов различные. То есть вот такие шрифты есть, вот всякие шрифты. Конечно, это самое, это для звуков шрифтов здесь вы вряд ли найдете, потому что это все больше шрифты, где кириллица не присутствует. Конечно, некоторых из шрифтов кириллица тоже присутствует, но в основном это все больше латинские буковки. Вот, поэтому это больше такая книжка, где можно... ну, потренироваться в развлечении того или иного шрифта. Как, допустим, еще можно посмотреть, как шрифт может влиять на настроение текста. Это тоже можно об этом прочитать. Вот, полезная штучка, книжка, читайте, скачивайте. Короче, ссылочку на этот самый, на эту папку я оставлю в описании видео. Пользуйтесь, читайте, развивайтесь. Поехали дальше. Так, что у нас тут дальше есть? Каждый звук так рисовать. Так, это я уже читала. Спасибо, пожалуйста. Так, дальше, не могу. Палец или увеличение хоть на процент жесткости делают картинкой очень мыльной и делают другие цвета, которых даже нету. Это что касается цветного клина. Да, когда мы берем в цветном, ну, в черно-белом клине, когда мы берем пальчик, в принципе, там можно мазюкать его так потихонечку, да, и все будет хорошо. А если мы делаем в цветном клине, вот этот пальчиком применяем, то у нас цвета, они же пиксели там, да, и пиксели, они, вот сейчас покажу примерно, где тут, вот, они все, ну, конечно, плохой пример, они, вот, видите, это самое, тон, он задается вот такой вот сеточкой. Бывает такое, что, как сказать, просто если у вас этот самый, не веб-манга, а вот именно вот сосканированная, то вот эта вот растовая сетка, она там такими узорчиками делается, что мы берем, когда палец начинает размазываться. Вот, допустим, мы вот взяли пальчик вот отсюда, и начинаем мазать. И получается, он взял розовый вот этот кусочек и в розовый размазывает. Хотя надо было, по идее, все вместе взять и вот это так размазывать. То есть там это, как сказать, не очень. Короче, немножко цвета немножко меняются. Вот. Если же вы берете веб-мангу, там у нас присутствует часть, это чаще всего JPEG-картинка, там у нас есть JPEG-артефакты, и они тоже размазываются, и это не очень красиво. Здесь у меня картинка PNG-шная. Смотрите, у PNG-картинки, а если я вот буду приближать, у нее, видите, чистенькие пиксели. То есть здесь у нас все, это все однотонное. Здесь все желтенькое. Если этот файл... вот JPEG-картинка у меня. Так, открываем. Она все сканированная. Вот что я имела в виду. Вот эта картинка, она сосканированная, да? Видите, тут вот эта растовая сетка, она как бы мелкая, и когда сканируешь, то она как бы, естественно, не вся сканируется, она вот таким вот образом делается. Вот. Если я возьму пальчик, вот так начну. Опа!
Опа, видите, как начинает все. То есть, по идее, здесь кажется, сдалека вот это все однотонное. А я при это пальчиком делаю, и становится все вот так вот размытым. Потому что я вот эти как было, пиксели все размываю. Вот, а JPEG-артефакты, это, блин, как тут... Не слишком хорошие качественные картинки тут сохранены. Так, JPEG-артефакты, где же вы? Вот, вот тут видно. Видите, они какого-то квадратиками такими. Вот это раз квадратик, тут второй квадратик. Это называется JPEG-артефакты. А это еще более-менее в хорошем, так сказать, качестве у меня это сохранено, поэтому ну, как бы, нормально. Но если приглядеться, то все равно кажется, как будто бы какие-то разделения на какие-то полосы идет. Вот это вот все. Это все JPEG-артефакты. И вот эти JPEG-артефакты тоже это самое. Когда пальчиками мы их это самое делаем, то они тоже учитываются и ну, как-то становится как-то грязно, некрасиво. Вот, поэтому в этом и заключается это самое, ну, сложность чистки цветного клина. Тут все время нужно брать либо заплатку, вот эту вот заплаточку, либо же штампик. То есть я вот так вот чик делаю, он заплатку сделал. Ну а когда мы делаем заплатку, то видите, допустим, здесь у нас были четкие линии, а здесь бац, где заплатка есть, эти линии, они как бы ломаются. Из-за того, что у нас JPEG-артефакты там есть, они как бы поломались в этом месте. И при определенном увеличении все равно можно видеть, что здесь была заплаточка. Конечно, на такие мелкие детали мало кто обращает внимание, хотя бы заплатку, такие вещи можно очень легко это самое стирать. Оп. Та-да! Красиво, да? Но все равно видно, что тут какая-то немножко не такая текстурка, да? Поэтому заплаткой, если ну, вам прям идеально качество нужно, нужно взять штампик подходящего размера, да? Взять, допустим, отсюда кусочек и прям идеально пунктик в пунктик попасть. Так, давайте четко сделаем. Как это делается? Вот так вот четкость. Так, и попасть пунктик в пунктик, полоска в полоску. Вот так вот. О, попали. Тык, и поехали. Джик. Вот так вот копируем. Вот так это идеально. То есть со штампиком можно работать более четко. Почему у меня все руки в основном вот по клину, они больше со штампиком, а не с заплаткой? Потому что заплатка это как бы алгоритм фотошопа, и он как бы сам как получилось, но так он и сделал. Очень есть случаи, где там как бы клина не очень много, и там можно там, раз-два, заплаточка, все можно сделать. Но чаще всего приходится все-таки работать именно со штампиком, чтобы более четко, более как бы контрольно заделать дырочку. Вот. Так, это что касается вот этого. Поехали дальше. Очень другие цвета, которых даже нет. Да, это, так что появляются эти другие цвета, которых даже нет, потому что они там есть. Просто-напросто они, ну, как бы надо смотреть по более приближенному свету, более приближенно. Видите, тут есть эти цвета. Здесь есть желтенький, здесь есть красненький, темно-коричневый, серенький, тут есть много-много разных цветов. А сдалека кажется, что все это однотонный коричневый цвет. Хотя на самом деле это немножко не так. Вот. А еще. Я хотела еще показать, как это самое, которое. Я сейчас не найду. У меня там все на флешке. Ну ладно. Короче, ладно. Просто есть вот эта вот картинка, это она как бы сосканированная, а есть картинки, которые были созданы на компьютере, да, и они были сохранены в формате JPEG. Там появились эти вот всякие артефакты, немножко тоже цвет там поменялся. Вот этот хотел более наглядно показать. Давайте я просто-напросто вставлю сюда картиночку какую-нибудь вот это все прямо сейчас, допустим, да, и чтобы вам могли не показать. Потому что прямо сейчас это не смогу найти. Поехали дальше. Эх, воспоминания, я бросил клинерство, и спасибо. Спасибо за то, что бросил, или за воспоминания. Но, скорее всего, за воспоминания. Пожалуйста. У меня вопрос. А на это можно зарабатывать? И примерно сколько ты зарабатывал? Зависит от твоего уровня клина и сколько может дать работодатель. Да, это самое. Здесь я уже говорила про заработок на переводе манги. Это все сугубо индивидуально был период. Я не знаю, сейчас тоже есть такое переводчиков, что мы платим нашим клинерам, мы платим нашим тайперам и так далее. Мне кажется, что это все-таки должно было уйти в прошлое, потому что это все-таки пиратство. Не надо такое делать. Конечно, хочется зарабатывать на любимом деле, но это все-таки пиратство. Если зарабатываешь на этом, то это как бы наказание должно быть похлеще. До сих пор актуально. Звуки, например, звука с узором. Да, это все до сих пор актуально, потому что звуки до сих пор такие как бы и рисуют. Да. А теперь скажите, пожалуйста, где можно брать манги, у которых еще перевод не выходил? Оригинальные, вы имеете в виду манги. Ну вот я тоже в предыдущем ролике это рассказала. Дальше я еще рассказала. У меня есть отдельный ролик, где написано, как искать RAW-сканы. Вот там можно искать, находить. Далее вам нужно еще, допустим,
если вы знаете, допустим, манга какая там, One Piece, фу, господи, где она выходит, в Shonen Jump, она, по-моему, выходит, да, в журнале, то есть вам нужно загуглить Shonen Jump, сейчас, что у нас там, август, такое-то число, там, да, вот, как, то есть, вам, ну, какой, журнал Shonen Jump за август такого-то числа, погуглить, если есть его равки, скачать, там, скорее всего, будет много такое, ну, такой-то, как бы, томик обычно, они такие, ну, они разных, это самых толщины, Shonen Jump, где-то, по-моему, примерно вот такого это вот толщины, возможно, чуть-чуть потоньше. Вот, и там много разных глав, новых глав той или иной манги. Вы это ищете там именно свое, кого там нужно, да, допустим, в данном случае сказал, что это One Piece. Находите главу One Piece новенькую и ее скачиваете. Есть много сайтов, где люди выкладывают вот актуальные вот эти вот номера журналов, вот. То есть не нужно ждать, пока выйдет новый томик той самой книжки. Можно искать еженедельные или ежемесячные эти журналы. Это если они выходят в печатном виде. Если они выходят в электронном виде, то нужно знать, опять-таки, кто издатель. Допустим, все это самое, манга «Юзмейша Сёдзин Задаки Куна» выходила от Ганган Онлайн. И заходите на сайт Ганган Онлайн, находите там раздел «Задаки», и вот берете там оттуда сканы, вот там, вот так вот. То есть там обычно пишется, что дата релиза, когда будет следующая, примерно, да, бывает такое, что там, конечно, задержки, но чаще всего они придерживаются сроков релиза. Детально придерживаться. Вот. Да, так что это. Короче, надо знать, кто издатель, и искать этого издателя на просторах интернета. Вот так вот. Дальше. Хо-хо, у меня 650 шрифтов. Да, шрифт этот, видимо, называется уроки по тайпу. Тайперу нужно много шрифтов. Да, и у человека 650 шрифтов. Насчет шрифтов, это самое, там действительно, чем больше, тем лучше, потому что все такое разнообразие. Но еще более важно, да, понимать, ну, как бы, знать, что у вас есть, а чего у вас нету. Вот. Есть несколько программ, я хотела тоже об этом как-нибудь потом еще рассказать. Есть программы, которые помогают как рассортировать шрифты по категориям. То есть просто-напросто они как будто в папочках расположены будут. Допустим, вы называете, вот эта папочка называется шрифты для манги, в ней будут еще дополнительные, ну, как бы вы открываете эту папку, там будет папка шрифты для громких звуков, шрифты для этих страшных звуков, там шрифты такие-то. Тут главное, наверное, какую-то хорошую это самое, подбрать систематизацию, да, как конкретно какие звуки куда распихать. Я перед тем, прежде чем записать такое видео с обзором на такую программку, на такие программки. Я хотела для начала сделать свой каталог этих шрифтов перед этим, ну, то есть все как бы рассортировать, по моему мнению, логично, да. Но перед этим мне нужно было скачать эти самые шрифты, а я хотела скачать шрифты, те, которые все по лицензиям в свободном доступе распространяются, да. То есть это все такая, как бы, ну, нужность. Перед этим нужно сначала сделать это, потом надо сделать это, вот та-та-та-та-та. То есть это довольно-таки длительный процесс, я до сих пор до этого руки у меня до сих пор до этого не дошли. Вот. Ну, так, следующий комментарий. А где вы все это делаете? Что за приложение? Это Photoshop. Я уже много раз рассказывала про это. А, это идеально, спасибо, пожалуйста. А, так, я понял. Так, это тайп, основа красивого тайпа, часть первая. Уменьшаем текст, если не вмещается, но при этом максимально незаметно, да. Еще уменьшаем, когда это сделано нарочно. То есть, когда переходят на шепот или говорят вдалеке, да. Это тоже, тут знаете, какое? Тут старайтесь больше придерживаться этого автора. То есть, если автор в оригинале, если он там уменьшил текст, то и вы спокойненько можете это сделать. Но основные текста, да, старайтесь делать как это самое, как в одном и том же шрифте. Не нужно и размер шрифта менять, чтобы тут он поместился вот так вот, и тут поместился вот так, потому что это как-то, как будто громкость повышается, понижается. Размер шрифта как громко считается. Вот. Даже если бывает такое, что облачко большое, а там слово там буквально одно, это самое, вы посмотрите, как в оригинале написано. Если в оригинале там реально большое облако и только один маленький символ, то так оно и должно быть. Значит, в этом какой-то есть посыл, да, что автор именно вот так вот сделал. Как автор задумал, так оно и должно быть. Не ломайте задумку автора. Вот. Так, в жанре Йонкома из-за построения не может быть много лишнего места, да. Ну, если это еженедельная манга, то, наверное, может, но тогда все равно не стоит увеличивать шрифт.
В еженедельных мангах это может встречаться часто, в ежемесячных, вроде последний Серафим, это будет встречаться меньше. Почему это так, я понял. Чтобы уменьшить работу или просто по случайности, которую можно было избежать, поговорив с редактором. Но времени не было. Все эти манги это встречается часто, и это делают, чтобы передать атмосферу. Понятно. Это он, походу, как сказать, вкратце рассказывает, что я там говорю. Похоже на то. Это самое краткое описание видео. То есть вы можете видео не смотреть, можете просто в комментарии прочитать, это самое, поймете, о чем там идет речь. Потому что в видеоках я частенько много воды лью, конечно же. Так, еще один вывод. Ищите равки. Анлайтеры любят лениться. Да, это точно. Анлайтеры очень много ленятся, это самое. Ну, конечно, не только анлайтеры ленятся, мы тоже рулятеры, мы тоже ленимся частенько. Но если вы хотите как раз-таки прийти к оригиналу, да, то, естественно, вам нужно с оригиналом и сравниваться. Так, стоит сразу же брать размер, который будет оставаться достаточно свободного места. Также максимум можно уменьшить тип шрифта на 1-2 пункта, да. И, кстати говоря, еще кое-что. Вот и в дизайне такая штука есть, и в это самое, и в данном случае такое можно поменять. Смотрите, если допустим, сейчас секундочку, где-то что-нибудь найду, такое вот не одна палка, вот у меня вторая палочка, да. Смотрите, вот палочки мы расположим вот так вот, рядышком, да, на одной как бы высоте. То есть они, блин, они разного размера, да? Ну ладно, допустим, ну вот, да, они у нас одинаково, вот так рядышком поставлю, вот они начинаются у нас одинаково. То есть здесь и здесь они одинаково начинаются. Это считается, что дизайнер решил, что они будут начинаться одинаково. Если же они будут стоять вот так вот, да, большая разница получается, это значит, что дизайнер решил, что так они должны стоять. Если же разница будет вот такая вот, масюсенькая, то тут уже начинается вопросик, это дизайнер так решил, или это просто-напросто ошибка у дизайнера какая-то произошла? То есть он случайно не сделал ровненько. То есть когда разница маленькая, то как будто бы это какая-то ошибка кажется. А когда разница большая, значит так оно и должно быть. Вот. То же самое и в этих шрифтах. Если мы делаем какую-то такую... То есть когда у нас куча... Вот есть шрифт, допустим, начинается шрифт у нас... 12-й пункт, да, стоит, потом через пару страниц у нас начинается большое облачко, мы там ставим 16 пунктов, и читателю кажется, что, блин, наверное, так и должно быть, то, что здесь, видимо, громче тон какой-то, и все это в таком духе. А если мы посмотрим по оригиналу, то там как бы, что в первом облачке, что во втором облачке, там шрифт был одинаковый. Размер шрифта был одинаковый. То есть, в принципе, там никакого повышения тона как бы и не было. Но вот когда вот это вот делается большая эта разница, читатель думает, что это так задумано. А когда мы делаем маленькую такую разницу, да, во-первых, вот эта маленькая разница, как бы, она как бы сдалека почти что незаметна. А она может быть заметна только вблизи, и это самое. Только, так сказать, дотошные люди могут к этому докопаться. Вот что это, к чему я это все вела. Ладно, дальше. Нужно делать крик более большим шрифтом, в зависимости от оригинала, жирным, курсивом или наклоном. Но обязательно стоит оставлять пустое место. Честно, я уже не помню там, ну, скорее всего, это просто это самое. Меня пытаются как-то... как сказать, конспект сделать того, что я сказала. Просто это же не в каждому конкретному случаю это подходит, а вот, возможно, только тому, к чему я там... Какой пример я там показывала. То есть не обязательно каждый крик надо так делать, а только вот те, которые были в данном примере. Вот. Ладно, поехали дальше. Здравствуйте. А не подскажете, как спидлайны в цвете клинить? Заранее спасибо. Спидлайны. Что ты имеешь под спидлайнами? Так, как клинить под звуками вкратце? Здравствуйте. А не подскажете, как спидлайны в цвете клинить? Заранее спасибо. Что такое спидлайн? Я что-то сама такого не знаю термина. Спидлайн. Что такое спидлайн? Спидлайн рисования манги. А, вот эти линии, ё-моё, спидлайны. Все поняла. Это давайте вот по картинкам. Ой, блин. В картинке сейчас я видела там, это поняла, о чем идет речь. Так, цирюк назад. Картинки. Это вот эти типа линии. Спидлайны. Да, блин, тут мало чего показывается. Ну вот эти вот имеется в виду. Вот такие вот спидлайны. Так, еще раз, какой вопрос был? Как спидлайны в цвете клинить? Заранее спасибо. Лучше всего клинить штампиком.
в это самое, берете кусочек от вот этого, и где-то у меня есть такое видео, как это самое, как линии штамповать более грамотно. И то же самое касается и цветного клина вот таких вот линий. Бывает такое, что наклон линии, он здесь вот такой, а рядышком идет линия, она немножко вот под другим углом. То есть это каждую линию нужно отдельно отштамповать, да. А еще возможно взять кисточку и кисточкой прорисовать, да. Но, короче, зависит от ситуации. Но лучше всего брать штампик, потому что если брать палец, можно, там, если там все очень, как бы, этих артефактов, так сказать, этих нету никаких, да, то можно этим, как бы, пальчиком аккуратненько, да, как довести до конца. Но, опять-таки, смотрите, чтобы у вас, как вот, цвет не сильно размывался. Вот, либо же, да, либо вот штампиком. Еще можно, конечно, еще можно будет попробовать эту самую, каждую линию сделать пером, сделать этому, этой линии еще какие-то свои, типа, как сказать, свечения, цвет добавить нужный. Но это очень заморочно. Гораздо проще будет, если возьмете штампик и оштампуете, возьмете кусочек отсюда и так, тук-тук-тук-тук-тук, ладненько поштампуете. Главное, угол наклона правильно поставить. Вот. А как быть, если манхва цветная и текст на заветной картинке? Еще раз. Манхва цветная, а текст на заветной картинке. Да, это сложно. Смотрите, тут делается так. Вы берете японский текст, берете минимально маленький ластик такой, да, начинаете только буковки стирать. Старайтесь как можно меньше стереть вот этого, вокруг картинку. Далее, просите тайпера. Тайпер, затайп мне сначала вот это место. Тайпер берет русский текст, вставляет его как это, как красиво, как нужно, да. А потом вы, как клинер, он вам возвращает эту картинку уже с тайпом. И вы смотрите, ага, вот тут у нас беленький, это самое, беленькая дырочка, сейчас я ее тут замажу, вот тут я немножко дорисую, вот тут я чуть-чуть дорисую, вот тут чуть-чуть дорисую. То есть вам не нужно прям всю эту дырку зарисовывать, вам нужно разрывать только те места, которые вылезают из-под русского текста, вот так вот. Это намного сильно облегчает задачу, если что. Это как в цветной манге, так и в черно-белой, это того и того касается. Вот, а и это самое. И в цветной манге там чаще надо применять именно кисточку и различные цвета. То есть кисточка, пипетка, какого-то самое. Кисточкой вот это нарисовали, пипеточкой взяли какой-то цвет, как вот рядышком вот этот. Кисточкой дорисовываете дальше, следующий цвет берете вот этот рядышком и дальше рисуете. Вот так вот. Примеры цветного клина сделать как-нибудь. Не знаю, наверное, не буду время на это тратить. Если мне какое-нибудь нужно будет что-то такое цветное, что-то подобное сделать, я, естественно, видяшку запишу. А так, как бы специально искать картинку, чтобы показать пример, пока что времени на такого нету. Ладно, поехали дальше. Спасибо вам большое, благодаря вам я стала клинером, а сейчас и тайпером становлюсь. Пожалуйста. Так, видео прекрасно, спасибо вам огромное, но можете посоветовать приложение для клинеров манги. Приложение для телефон, это я уже сказала, я сделаю такое попозже немножко видео. Спасибо за видео, только-только вступила в маленькую команду, толком не умею ничего, но возлагаю большие надежды на ваши гайды. Понимаю, что у меня больше проблем возникает с тем, чтобы создавать слои и организовывать все это в папочке, чем там с этим самим тайпом. По поводу организации этих самых слоев, в принципе... Организация слоев, она больше нужна, знаете, для чего? Когда вы работаете сами, да, то, в принципе, какие там слои, там раз, два, три, четыре, как бы нормально, как-нибудь сойдет вот так вот, да. А плюс ко всему, когда мы текстовые слои делаем, то там они автоматически сами называются, какой текст, так и называется, да. То есть в клине там особо много слоев мы не используем. То есть больше всего слоев это вот больше текстовые слои. Но когда вы работаете в команде, то есть когда вы работаете сами, то, в принципе, я думаю, вы сможете там сами разобраться, что это за слой, что к чему относится и так далее. А вот если работаете в команде, там, конечно, желательно, чтобы следующий человек, который взял после вас эту файлик, да, чтобы он разобрался в том, что вы там наделали. Чтобы он не спрашивал, слушай, а это что такое за слой? Или это самое, или, допустим, если вы недоступны, он будет сидеть там, так, это что такое? Так, выключает эти слои, выключает, там в инвиз ставит и пытается найти, что же там изменилось. Это очень много тратит времени, это самое, ему, чтобы это, чтобы вникнуть в процесс вообще. Поэтому надо копировать эти самые слои так, чтобы любому из вашей команды было понятно, что к чему и как это, проследить вашу логику, так сказать, да.
Вот, по этому поводу я, по-моему, еще не записала ролик. Я хотела записать, но не помню, записывала или нет. Ну, ладно. Это, в принципе, все относится к основам фотошопа, работы с фотошопами. Так что, думаю, если я возьмусь за уроки фотошопа делать, то я про это тоже запишу ролик. Ну, как лучше делать структуру вот этих папочек. Так, поехали дальше. Так, папочки, так, спасибо за таблицу. Так, секундочку, хочу написать себе порядок в фотошопе. Вот так запишу, потом как-нибудь сделаю. Возможно. Так, где я читаю? Спасибо за таблицу. Я случайно скачала себе сборник шрифтов от какой-то команды, и теперь у меня 1050 шрифтов. Как их теперь убрать? Заходите, показываю. Давайте еще раз покажу. Сначала прочитаем ответ. Не подскажешь, как ты скачала тот файл со шрифтами? Когда я качаю и открываю, у меня заходит на тот же самый диск. Это самое. Как качать? Сейчас, секундочку, покажу. Вот, значит, заходите на эту ссылочку, кликаете вот этот файлик, да, и кликаете «Скачать». Где у нас тут кнопочка «Скачать»? Вот эта вот кнопочка «Скачать». Вы ее скачиваете, она появляется вот тут вот на этом самом, на скачивании. Вы ее открываете. У меня тут, видите, у меня тут RAR называется. Есть zip, а есть RAR. Я почему-то в RAR люблю архивировать, не знаю почему, хотя zip они более распространены. Надо будет она это как-нибудь исправить. Вот, это самое. Открываете, значит, этот самый... RAR архив, это, конечно, другой архив, но без разницы. И его, это самое, берете этот, либо все, либо отдельные папочки, извлечь в какую-то папку определенную, выбираете, куда вам это дело извлечь. Это, видите, у меня эта программка WinRAR называется. А если зиповские файлики на Windows 10, они и без этой программки открываются, там простенькие. Вы просто папочку эту копируете, вставляете куда-нибудь себе, куда надо. Вот, а сами шрифты, они... Или погодите, про что там идет речь? Про шрифты или про что? Про шрифты. И сами шрифты нужно будет потом запихать в папку Windows. Шрифты можно двумя способами установить. Сейчас я найду какой-нибудь шрифт. Где-то у меня там загрузка, по-моему, должно быть. Какой-нибудь шрифт. Шрифты. О, у меня даже папка отдельная есть. Вон у меня сколько папочек. Вот, самых шрифтов различных. То есть я открываю вот этот вот. Это UTF, допустим, статический. Вот этот кликаю. Открывается файл шрифта. Вот так выглядит. Можно нажать кнопочку «Установить». То есть и каждый вот этот вот файлик по отдельности вот так устанавливать. Либо же мы вот это все берем, копируем и вставляем в папку диск C Windows Fonts. И вот сюда вставляем, Ctrl-V вставляем. Если вам нужно удалить несколько шрифтов, это тоже, опять-таки, заходим в эту папку, находим ненужный вам шрифт, кликаем на него, нажимаете Delete, удалить. Он у вас будет в корзине перемещен. И тем самым вы удаляете шрифт с компьютера. Вот, если вам это все это лишнее. Большое спасибо за туториал, пожалуйста. Следующий. В какой программе можно это сделать? Ему начать Adobe Photoshop. Да, все верно. Дальше. Какое приложение вы используете в видео? Adobe Photoshop, отвечают. Да, вопросов по поводу того, какая программка, это самое, очень много было. Можно ли клинить без графического планшета, только с ПК? Я с ПК клиню, просто достаточно приближай, чтобы не лажать. У меня есть графический планшет, только это самое, я для клина им не пользуюсь совершенно, я вам скажу. Я все делаю мышкой. Это очень даже нормально, я бы так сказала. С графическим планшетом легче отрисовывать какие-то вот вещи, ну, какие-то детальки. Ну, рисовать, короче, больше. Вот этот ретушью заниматься. Вот если, допустим, какой-то сложный рисунок, графическим планшетом вот это удобнее делать, да. Но в основном я делаю там что-то штампиком отштампую, пальчиком что-то подтираю, да. Вот, то есть там какие-то мелкие детали, которые, ну, в большинстве случаев это все делается спокойненько этой мышкой от компьютера. Так, поехали дальше. Я так понимаю, что на разноцветных мангах надо только буквы стирать. Да нет, в принципе, на разведных мангах там не только буквы стираются, но еще и, ну, это тоже зарисовывают. Там есть такие, где буквы находятся на картинке, на каком-то скриптоне, там все, в принципе, почти то же самое, что и в черно-белых, только, ну, только цвет появляется. Так, дальше поехали. Я так понимаю, что на разноцветных мангах надо только стирать только буквы стирать. Нет, не только буквы стирать. Это есть такие цветные манги, где там текст также находится на какой-то картинке, на каком-то скринтоне. Там тоже надо будет сам работать и штампиком, и чем много чем еще. Дальше. Из того, что я поняла, нам надо перейти в черно-белый
посмотреть на шумы и удалить буквы. А мы здесь не в черно-белый режим входим. Короче, смотрите, если вы в цветной манге режим меняете на черно-белый, потом это сохраняете каким-то образом, да, то у вас она уже больше не цветная манга, она становится черно-белой. То есть, если вы обратно конвертируете из черно-белого в цветной, то он будет уже не цветной, как был раньше. Он будет вот этот вот черно-белый, просто-напросто вы дальше сможете на нем какие-то цвета рисовать. Вот так вот. Так что, если вы хотите шумы посмотреть, то это нужно не режим менять, а, смотрите, это нужно будет в вот этих layers делать это, уровни вот эти вот самые кривые, посмотрите, как он. Ну, короче, это отдельная как бы тема. Я не помню, по-моему, я это рассказывала, я это тоже в каком-то уроке по клину. Посмотрите, пожалуйста, по-моему, это должно быть что-то в этом в уроках клину, у меня такое записано быть. Вот. А, то есть это там, когда мы вот эти на шумы переходим, там получается, что мы, бегунки, дергаем, да, и шумы у нас проявляются. Вот там у нас шумы и удаляем. А в режим черно-белый, это в данном видео я не говорила, как клинить, да, а вот именно введение того, пыталась ввести в курс дела того, что есть различные режимы. И если, допустим, у вас манга в режиме RGB, то, ну, скан в режиме RGB, то так его и оставляйте. Если у вас это самое скан в режиме CMYK, допустим, да, то оставляйте так, как он и есть. Хотя на самом деле CMYK довольно-таки странно, что манга находится в режиме CMYK. Вот. Режим RGB он больше для экранов, а CMYK для печатания. То есть, если вы хотите распечатать какую-то самую мангу, то оставляйте CMYK. Если вы хотите, чтобы она была на экранах, то пускай остается RGB. Вот. Это что касается вот этих вот цветных режимов. То есть, там черно-белый переходить не нужно. Это просто показывало, что в чем разница между таким и таким режимом. Поехали дальше. Время уже сколько у нас идет? О, уже 50 минут болтаем. Часи. Подскажите, пожалуйста, в какой Проги обычно все делают клин? Обычно в фотошопе делают, Adobe Photoshop. Гений, ответили ему. Спасибо за то, что ответили. Какими приложениями можно пользоваться на телефоне? Так, у меня заканчивается батарея уже. Так, вот у меня ограничение какое. Каким приложением можно использоваться на телефоне, чтобы и качество нормально было? Об этом расскажу как-нибудь в следующем видео. Paint – это самая лучшая программка для клинера. Ibis Paint. По-моему, тоже Ibis Paint пользуюсь. Нет? Сейчас я проверю. Опс. Сейчас. Ой, падает уже все. У меня тут на телефоне другом стоял. Ой. Ах, господи. Качество съедает очень сильно, говорят, этот Ibis Paint. У меня не Ibis Paint, мне кажется. Сейчас я посмотрю, как он называется. Нет, на старом телефоне тоже программка должна быть. Так, где она? Дизайнер. Sketchbook у меня называется. Я уже показывала в одном из предыдущих роликов. Sketchbook в Крите тоже. Нет, Крите на телефончике Крита не пойдет. Какой-то еще. А, этот Big Bang Manga Bank, как называется? Paint Media Bank. Вот это еще. Вот это такая программка тоже подходит для клина. А Ibis Paint, я, по-моему, такую просто пробовала, она мне что-то не понравилась. Не помню, в чем конкретно мне она не понравилась, но вот это самое. Название припоминается мне такое. Так, едем дальше. Тайперы, они должны только заниматься текстом. Да, но можно стать и редактором, и тайпером, и корректировать текст, и вставлять. Я хочу быть всеми, чтобы в одиночку тайтл тащить. Конечно, можно в одиночку все делать. Это называется как многорукий многоног, или как это называется? Человек многорушка, или как он называется? Блин, у них там много разных названий, как когда человек сам себе, сам может тащить весь тайтл. А минус у таких вот многоручих многоножек в том, что бывает, вы не видите собственные ошибки какие-то. То есть, когда есть взгляд со стороны какого-то другого человека, он может вас подкорректировать, то, что а вот тут у нас опечатка какая-то, кто-то не заметил, тут у нас что-то съехало. Просто когда работаешь очень долго над какой-нибудь главой, в итоге ты можешь устать, да, и что-то проглядеть. И когда ты пересматриваешь свою работу, ты все равно эти ошибки можешь пропустить мимо глаз, потому что, замылился глаз, так сказать, да. Поэтому плюс к тому, что лучше работать немножко, хотя бы команду из двух человек сделать. Либо же сделайте тайтл, да, а потом дайте какому-нибудь своему другу почитать, и он вам посмотрит и говорит, ага, вот тут ошибочка, со свежим взглядом, так сказать, со свежим зрением своим, да, он оценит эту работу и скажет, что можно еще подправить, что где там ошибка какая-то совершена. Вот, а так, в принципе, работать одному тоже можно. Мне кажется, многие так начинали, все. Но многие, команда переводчиков, они начинали с одного человека обычно. Вот. Тайперы, они должны только текст заниматься. Ну, да, там
это самое, можно пойти в команду, сказать, что я умею и тапить, и клинить, и переводить это самое. Хочу заняться вот этим, таким-то тайтлом, да, допустим. А эта команда вам поможет, так сказать, во-первых, она будет уже иметь свое, так сказать, имя, да, так, под его именем будет публиковаться манга. А плюс ко всему, они в советах могут помочь, если вам, допустим, или допустим, у вас не хватает времени на клин, это самое, вы можете сказать, что мне нужен клинер, допустим, для этого проекта. Или вам, допустим, достало тайпить, вы это самое говорите, мне нужен тайпер для этого проекта. И вам команда подбрасывает нужного человечка. То есть это тоже такой плюс работы в команде. Вот. Очень полезный канал. Буду учиться у тебя. Спасибо. А можно ссылку на сайт с этими картинками? С этими картинками? А, со сканами, в смысле? Или с чем? Как линии буквы, скорее всего. Со сканами. Ссылки на сканы... Ну, нет, нельзя, потому что, блин, это самое, конкретно то, что я там показывала, блин, где-то как, скорее всего, они уже не актуальны, эти главы, они уже давно уже, это, на сайте Ганган Онлайн, они уже давно в истории, так сказать, забылись. На Ганган Онлайне они публикуют первую главу, ну, возможно, первую парочку глав там, да, чтобы интерес привлечь читателя, и вот последнюю актуальную самую главу. На других сайтах бывает так, что последние там 3-4 главы показывают, вот так вот, то есть у каждого сайта там по-разному. И конкретно откуда была вот эта картинка взята, я уже, честно говоря, и не помню, это видео очень старенькое, я не помню, откуда конкретно была эти картиночки. Ой, так, супер, спасибо. В какой программке ты работаешь? Photoshop. Ответили, да, как Photoshop. Привет, ты можешь рассказать, как делать лайн-арт, косые линии с градиентом в цветной манге? Очень интересно, как ты это делаешь. Косые линии с градиентом в цветной манге. Уф, давайте я попробую показать. Значит, косые линии с градиентом. Примем-то, конечно, какой-нибудь показать. Наверное, имеется в виду этот спид этот самый. Типа вот этих вот... Ой, господи, я уже выключила. Ну, короче, эти полоски, наверное, имеются в виду. Надо конкретный пример показывать. Блин, это все примеры показывать. Да, примеры. Короче, есть много разных способов, как это сделать. Можно, допустим, сделать... где у нас? Берем прямоугольник, да? Вот такой, да? Мы его ставим... Господи, как-то берись. Ctrl-T. Подкручиваем, как нам нужно. Вот. Его ставим либо там, либо здесь. Короче, есть разные варианты, как это можно сделать. Здесь мы ставим градиент. Вот так, наложение градиента. Прикол в том, что его нужно, эту фигурку нужно сначала заливку сделать. Заливка пускай будет черная. Обводку мы уберем, чтобы она нам не мешалась. И теперь здесь делаем на весь этот слой, накладываем градиент. Вот, градиент накладываем, выбираем здесь нужный нам градиент. Допустим, вот такой, ставим его под нужным нам углом. Допустим, господи, как это? Крутись. Давай. О, крутится. Сейчас покрутим. Вот. Вот примерно такой нужный нам угол, да. И сам градиент меняем в отдельный, какой-то самый. Кликаем сюда два раза, открывается как нам нужно, и вот он под, как сказать, меняется как нам нужно. Вот, допустим, радужный. Это, здесь у нас бегунками делаем полоску вот эту такую. Давайте чуть поуже вот это вот так вот сделаем. Чик. Все немножко поближе друг к другу сделаем вот так вот, да. Вот так. Сюда добавляю новый цвет. Это, допустим, будет у нас... А вот здесь надо цвет менять. Ой, а нет, все правильно. Просто у меня в другом экране вот открывается. Здесь мы берем черный цвет. И вот это самое. Таким образом мы настраиваем нужный нам градиент. Вот такие полоски. То есть, смотрим по оригиналу, сравниваем и вот ставим, как нам нужно. Вот. Какие-то, кстати, можно слои делать прозрачные, какие-то можно непрозрачные делать. Ну, короче, это так сказать, мини-экскурс, как сделать такие вот полоски градиентовские. Так, вот. Поехали дальше. Если у меня будут попадаться какие-то такие примеры, то я, естественно, запишу видео, но когда это будет, неизвестно. Так, где это у нас? Привет, можно сказать, вот этот line art с косые линии с градиентом цветной манги. То есть косыми становятся, потому что мы их подкручиваем, вот так вот. Есть еще вариант кисточкой все это дело рисовать. Можно делать это самое, ручкой рисуем линию, к ней добавляем какие-то эффекты свечения, эффект такой-то. Дальше берем эту самую, второй раз эту линию проводим уже под другим немножко углом, ее делаем, это самое, эффект для нее какой-то там цвет и так далее добавляем. И, в общем, ну, много разных примеров можно на это показать, но
У меня сейчас нет никаких примеров. Дальше. Ваши уроки мне очень помогают. Так я еще и начинающий тайпер. Благодарю вас безумно. Пожалуйста. Так, еще сколько у нас можно? Просто видео уже целый час идет, я думаю, пора уже паузу, наверное, делать. Давайте последний этот самый комментарий читаю, и на сегодня пауза, потому что у меня хоть и есть свободное время, но видео полтора часа, если я буду делать, то и так как бы час, это довольно-таки долго, мутро на все это слушать, да? Ладно, ничего не умею, ничего не знаю, но захотелось попробовать. Так что надеюсь, что получится переводить, тайпить, клинить и так далее. Хех, ну удачи мне. Если что, то я создала себе группу под названием «Я ой» на завтрак и обед. Заходите, если захочется чем-то помочь. Вот. Да, удачи вам в начинании. Хотя это было 2 года назад. Я надеюсь, что за 2 года вы что-то уже чего-то достигли. Не забросили это дело. Ладно, давайте все, на этом пока что заканчиваем. Это самое. Тут осталось еще... Уже дошли до 2-годичных комментариев. Осталось, в принципе, не так уж и много. Ой, думаю, еще пару неделек, и это самое, на комментариях мы закончим. И пойду дальше уже какие-то более интересные что-то там делать. Я не уверена, что будет сразу после ответа на комментарии какие-то другие. Именно вот по фотошопу будут какие-то вещи снимать. Возможно, я займусь какими-то своими делами. Возможно, там будет снова какая-то пауза в выходах роликов. Как, короче, поживем, увидим. Вот. На этом пока что все. Всем спасибо за внимание и до свидания.